Остановился я, проезжая по дороге в придорожном маленьком ресторанчике испанском. Вот не удержался, решил снять, показать, что такое маленький придорожный испанский ресторан. Вот все сделано в таком средневековом стиле деревенском. Очень так все красиво, аккуратненько. Самое главное, что очень чистенько все. И когда я зашел, познакомился, тут оказывается работает человек, он сам из Грузии. Очень хорошо говорит на русском языке. Мне даже было очень приятно. Ну вот уже приготовили, вот так вот стол накрыли, то есть ждут клиентов. Тут, пожалуйста, если вы придете, вас сразу ждет стол с салатом, с вином, с оливковым маслом. Захотите отдохнуть на террасе, пожалуйста, такая вот красивая терраса. Это все такой придорожный вот ресторанчик. Виды красивые, потому что я вот приехал тут дамба, вот сейчас с дамбы слили воду. Вот, пожалуйста, вот такие вот виды. Прям с террасы, да? И дальше мы идем, посмотрим, что у них тут есть. Очень все красиво, аккуратно. Мне настолько это нравится. Вот. Вот это я еду с другом, с Ромой. Рома, помаши людям ручкой. Привет, ребята, привет. Вот, а это вот Николай, он говорит по-русски, он здесь работает, он основной здесь повар, он готовит мясо. Николай, скажи. Всем привет. Да, ну, скажи пару слов о ресторане. Вот, что, ресторан, что хорошее свежее мясо, все готовим, овощи, фрукты, все на огне, на углях. На огне, на углях, да? То есть это все свежее, да? Все свежее, у нас хорошие, много людей бывает, и у меня старого мяса нет. Ну, спасибо, сейчас я засниму до конца, чтобы люди понимали. Это то, что хозяйки делают. Это, ну, то есть это домашнее, да, все? Да, это сладости домашние, да, делают? Тоже интересно. Ну вот это на огне они все делают. Вот, пожалуйста, овощи, фрукты, пожалуйста, все есть. Все это запекается на огне. Вот такой скромный, небольшой испанский ресторанчик. Я вот тут вот на выбор, пожалуйста, мясо. Мясо у вас любое. То есть, пожалуйста, и баранина тут есть, и свинина. Вот, все это гамбургесы. Все на любой выбор. Хотите мясо, хотите там еще что-то, то можно заказать. Ну, здесь, видимо, такое вот овощное, пожалуйста. Салаты готовятся, все понятно. Тут на тарелку что вы можете. А, это на тарелку, пожалуйста. Хамон и колбасы нарезанные. А вот сыр можно тоже взять, вину. То есть вот. Люди там берут пирожное, сладкое, ну то есть вот такое. Ну и самое главное наверху, наверху, пожалуйста, хамон, вы можете это купить, оказывается. Если вам понравилось, вы можете прям купить целую вот эту вот ляжку, вот эту огромнейшую. Ну просто впечатляет это все. Ну вот, ребята, я буду заканчивать это маленький такой репортажик. Так что будет что-то мне еще показать по дороге. Видимо, будет, потому что я сегодня поехал кататься. Ну, по дороге еще что-то расскажу. Все, спасибо, что вы посмотрели. Все, до новых встреч. А вот еще
Я уже как бы все доснял, и тут получается Николай мне говорит, да сними сосиски, он только разложил. Сосиски, говорит, покажи их. Я говорю, ну такую вещь грех не показать, потому что ну все-таки это же вообще вещь, да, такая. Ну вот теперь уже как бы будет дополнение, все. Вот это уже будет, как сказать, полный репортаж. Вот на такой ноте красивой мы, я его, вернее, закончу. Ну все, спасибо за внимание.